В общем, как обещала. Кому интересно, что у нас происходит в магазине. Сейчас я выйду туда в начало. Еще пока разруха. В общем, вот так. Очень, конечно, тесно. Пока тут одни стеллажи. Мальчишки у меня уехали за товаром в тот магазин с витринным. Сейчас буду выкладывать. Я пока вот только выложила для животных. Тут немножечко у нас остатки. Не знаю, будем это возить, не будем. Потому что раньше мы много возили. Как бы у нас целый шкаф был. Но потом мы переключились на другую группу вот, товара. А это оставили только для постоянных покупателей. В общем, посмотрим мы еще. Многие могут обвинить в том, что вот вы не постоянные, вы то одно привозите, то другое. Дело в том, что мы подстраиваемся под покупателей. Если идет спрос на один товар, то мы его везем. Идет спрос на другой товар. Ой, то везем другой товар. В общем, все пока еще пусто. Снег утром показывала. Не знаю, там видно в окошко, нет. В общем, вот, снега почти уже нет. На улице идет дождь. Январь за окном. Такая вот у нас зима.